Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. О, это чё, меня подкинул? О, блин, что со мной творится, я застрял, пацаны. Всем привет, друзья, с вами Биг Танкс, и сегодня я записываю «Спаси Голдик». Не обычный, а бесконечный. Вот у нас Костя и Легенда будут защищать вместе со мной, поздоровайтесь. Всем привет. Да-да, привет. Костя, не разминируй мои мины, это мои. Уйди отсюда. Вот там вот держи подъем, короче, все. Вот, короче, как видите, тут просто море-море мин, а у Легенды я даже боюсь туда ехать. Это вообще просто дохренище мин. Вот, поэтому будет весело. Вот ребята уже заходят, мы слили ссылочку. Видите, как у них ники? Нул-нул-нул, а потом прогружаются. У всех тогда? Капец. Вот. Нормально. И, в принципе, вот так вот мы, в принципе, будем защищать Голдик. Он будет не один, будет в эту точку падать дофигище золотых ящиков. Поэтому будет эпично. И классно, потому что прямо сейчас, ребят, поставить лайк. Я, кстати, выбрал именно вулкан сегодня, потому что в предыдущей рубрике я что-то частенько на молоте был, хотя молот сейчас жутко тащит, но я почему-то решил взять именно вулкан. Ну, в принципе, отдача у него тоже неплохая, и я думаю, что довольно-таки будет весело. Он, да, он, конечно, под себя пукай-пукай. Я их взял? Да, я взял резист. Ой-ой-ой, какие опасные пацаны. Ой, тут фантомы, ну! А чего вы молчите, нубы? Гоща. Ой. Нет, ты чё, уйди. Охренеть. Это чё такое? Тихо. Читеры какие-то. Ай, блин, меня, кстати, походу сейчас заминируют. Ай, блин. Да, осторожно. Да, меня, походу, сейчас заминируют. Так, пусть повзрывается, все, теперь я подъезжаю снова и буду защищать. Давайте инфу там, если у вас там жестко, то вы орите. Костя, не подпускай их ко мне. Давай, я тебя уже бью. Вот, короче, будем держать до последнего. Ну, блин, вот эти полеты на минах меня просто аж, я не знаю, жестко напрягают. И я боюсь, что мы быстро не взяли. Мы хотим хотя бы минут 10 подержать. Мы можем... О, как я его неплохо перевернул. Вообще, вулкан, кстати, его же немножко понерфили, да? Он теперь... Ему легче сбить, а переворачивает он сильнее или ничего не добавили ему? О, вот он попрыгун. Так, тихо, попрыгун. Не-не-не-не-не, конечно. Прыгать он собрался. Нет, брат, нельзя. О, он даже аптеки не берет. Окей. Костя, ты чё? Прикиньте, ребят, у Кости до сих пор еще нет модуля паук, то есть админ. На легенде, я думаю, что у многих. Напишите, у кого есть админ. Ну, допустим, я не знаю, там, кто участвует в конкурсах разных, спаси голдах, у вас должно быть обязательно вот, паучки всякие. Инфосотка. Блин, ай-яй-яй-яй, меня сейчас убьют, насрут. Блин, фантом, ну не, только не фантом, блин. Бей, Гоша. Ну там сейчас он поедет. Иду на помощь. Давай. Я просто сдалека их бью. Ай, блин, ни хрена себе! Ты видел такой. Ой-ой-ой, он, короче, минирует. Гоша, бей его. Он минирует. Ну все, сейчас я немножко тут заминировал. Все, слили, и сейчас это тоже взорвется, и все. И все будет изи. Давайте, взрывайтесь, товарищ. Давай. О, все, взорвался. Фух, надо немножко подменить мне здесь. Блин, мы уже столько мин потратили. Просто настолько дохрена. Ой, кстати, где голд? Вот он сейчас будет падать. Гоша? О, вот он. Смотрите, какой красивый голдик такой с высоты. Интересно, он сейчас самой-самой киллзоны, так сказать, верхней. Атакует. Вижу. А! Да капец, вот этот чувак на вас так летает жестко. Он сейчас, походу, возьмет голд. Блин, взял! Ладно, поздравляем. А что так быстро голд беру? Давайте жестче держим. Гоша, заминируй там. Тихо. Ай-яй-яй-яй-яй. Вы видите, как меня крутит вообще по жести. Вот это, кстати, интересное начало. Мы создали фул карту, и поэтому полная карта. Сейчас все заходят, тут опасные чуваки, все с модулями, пауками. Смотрите, все с модулями. Он один какой-то потерянный там катается без модуля. Фантом. Главное не взять самому голд. А сейчас мы вот так сделаем. Тихо. Блин. Ну. А что у тебя там? Тебя убили? Нет. Ты что, в минусе, что ли? Покажи, не самоуничтожайся пока, стой. Ладно. Сейчас, я пока тут, так сказать, уберу вот этих всех чуваков. Все, я их слил. Ай, да блин, вот этот попрыгун, у него, наверное, васп фулл качен. Блин, у меня тоже, ребят, как вы знаете с моих видосов. О, спокойной ночи, нагибатор. У меня качен васп теперь фулл, поэтому я, может, тоже попробую поучаствовать в таких. Напишите, хотите, чтобы я в следующий раз... Ай, Гоша, самоуничтожайся, тут у тебя мин много, уничтожься. Хотите, чтобы я записал следующую рубрику от лица участника? Гоша, давай. Нет.
Леш, попрыгунчики. Да вижу попрыгунчиков, но что я могу сделать? Все, до свидания, один попрыгунчик. Гоша, давай иди на свою точку сам, я не хочу за тебя отдуваться, давай. Ты тут уже, Гоша? Вот этот Супер Леон, давай, едь, что ты стоишь, не стоит он возле мин. Все, проехал. Гоша, едь на свое место. Легенда. Ну все, короче, капец, они сейчас возьмут, я не удержу тут толпу. Еще и сзади там. О, вот этот восхититель, он прыгает. Блин, посмотри, кстати, вот этого... Ой, ё-моё. Вот это восхитительно, у него качан или не качан? Васпик. Вот этого... Не, у этого не качан. Вообще опасные чуваки. О, опять атака. Опять? Да, ну, тут постоянно атака. Легенда, заминируйся там. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. О, это чё? Это чё меня подкинул? О, блин, что со мной творится? Я застрял, пацаны. Ой, блин. Блин, меня застряло кто-нибудь, вытащите. О, охренеть, я только что был на уровне, наверное, вот этого домика, что ли? Пипец. Костя, ты видел? Да, да, да. Вообще, вообще просто читы, бесплатные читы, что-то типа того. Нормально. В следующий раз, я вообще хотел рельсу попробовать взять. На титана рельсе. Ух, ни хрена у тебя там, чуваков. Я немножко там тебе помогу, Гош. Давай, бей их, не подпускай их вперед только, главное. Давай, сейчас мы их всех захерачим. Вроде я не тебя бью. О, двое, трое. Окей, окей, я пока эту толку Гоше помогаю. Потому что у него там жестко, у него там куча фантомов. И у него еще куча народа, от которых он выключает микрофон, потому что он в интернет-клубе. И чтобы не слышно было, и вам, ребята, не мешали эти все звуки. Вот, так что... Да, Гоша? 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 Сейчас только смотри, включает микрофон. О, опять чего? Нагибатор спит на этом же месте. Нагибатор в этом месте, это походу он тут это ночует. Нормально так, в минусе постоянно. Давай, вздыхайте, чуваки. Вам голд не нужен. Это уже какой голд? Это третий, да? Неплохо. Да, вроде да. Ну два, кстати, они очень быстро забрали. Сейчас они пытаются. Что-то у них пока ничего не получается. Костя, у тебя фулка? О, 49 шагов. Неплохо. О, С! В смысле? Гоша, не подпускай фантомом. Ты зачем фантомом подъехал? Да, рельса. Вообще, там только мои мины, кстати, остались, и все, Гоша там сам держит. Есть и фантомы. А, еще Кость. Да, вот там на подъеме держи. Тихо. О, ни хрена! Вы видели это с обновлением молота? Сейчас как молоты в бок стреляют, и так можно и голды брать на изи. Я, если хотите, запишу видос, как буду брать голды с этим молотом новым. О, нифига. Переворачиваем так неплохо всех. Да, мина тут. Привет. Надо было гром взять, наверное. А, блин, я забыл, тут не так много мин. О, все, взорвался. Сам не возьми. Да не, я ж профи. Сзади, смотри, Эльса. Да все, я стреляю. Ой, смотрите, сейчас у легенды там. Ай, блин, и у меня. Ну. О, мин, там просто мои мин решают. Просто из-за того, что у меня там дофига мин. В принципе, еще вот этот восхититель, но он сейчас возьмет на изи. Его вытолкнуло, как в толчке, короче, его выпихнуло и уничтожило. Лол. Но они уже близко. Давай, легенда, проталкивай. Проталкивай чуваков всех. У него, у Гоши фул, смотрите, у него 50 из 50. Поэтому он там сейчас... Взяли, заминировали. Сильно много? Да. Тихо, на меня тут Васпик залезал. Все, я отъехал, а теперь дальше прессую. Потому что если на меня залезают, то... Ух, будет вот такое. Блин! Легенда! Тихо, сейчас либо тут возьмут, либо не возьмут. Не, вряд ли они возьмут, там еще мины есть. Ай-яй-яй-яй, на вот этих подсадников, блин, надо бить, короче, они бесят. Давай едь, чё стоишь? Взяли? О, взял, да ладно, восхитительно, я думал, это тот чувак, который перед ним прыгнул. Капец, вот это мясо, это уже который голд? Короче, я не знаю, есть ли смысл номинировать? Можно немножко поминировать, чуть-чуть. Все, давайте, чуваки, активнее будьте немножко и забирайте эти голдики. Только поактивней. Ну, минус, блин, вообще. Обожаю вулкан, что у него отдача, и он так прикольно переворачивает в минус. Даже когда пытается сделать раскачку. Чё, голд летит? Легенда, держи. Костя тоже. Костя, не давай им раскачку сделать вот этим, кто... Видишь, что они делают? У меня сейчас 0 хп было! О, вот голдик какой красивенький. Минирует. Ну все, сейчас они уже быстро заберут эти голды. Прыжок какой-то. Не очень удачный. Легенда, чего у тебя с микрофоном? Блин, да берите уже, пацаны, берите. У них там бомбит, наверное. Тут 4 подряд. О, вот этот восхитительный и Т...
вот этот, один, что-то два, три, вот это они берут постоянно. Это чё, легенда? Это чё сейчас было? Лол. Ты видел, как ты в воздухе, это как будто гравитация в танках. Ну серьезно. Смотрите, мины. Пиу, пиу. Ну я все минки позорвал. Это уже, я не знаю, какой голд летит. О, тут куча мин, я хочу взорвать их. Сзади мод. Пиу, смотрите, как я это... Круто это. Короче, я тут эту толпу подержу немножко и побью этого молота. А, он минирует. А, ну окей, будем минировать, значит, по-твоему будем делать по-твоему. Давай, вот тебе мины. Опа, как тебе минка? Ай, блин, викинг. Это, кстати, единственный мин викинг на карте. Да, он, кстати, взял. Что это? Читы какие-то меня поднимают. Эй. Что с этим передним чуваком васпиком? Нифига его колбасит, смотрите. Это чит? А, нет, или чё? Легенда. Ты чё, приуныл? Смотрите, ребят, Гоша приуныли. Ой, зачем-то я тебя бью. Оп. Эроина. Давай, так только мины мои не разминировать. Вот у него есть привычка постоянно мои мины разминировать. Я только заминил, он подъехал, разминировал и поставил свои. Просто гениально. Товарищ Гоша. Ай, ой-ой-ой-ой-ой. Да чё за читы, капец? Мне кажется, ли тут читеры? Я просто... Иду, вот через вот этих не прохожу сквозь, а через вот тех прохожу сквозь. Блин, они походу какие-то читы включают, и я сквозь их танки прохожу. Ну точнее, они сквозь мой танк проходят. Ну все, короче, это уже сейчас заберет голд, там уже мин нет. И минировать, я не знаю, есть ли смысл. Потому что и так уже, пусть уже забирают наши подсвечники. Давай забирай, что он стоит. Давай бери уже. О, поздравляем. Вот у нас, кстати, это не последний голд. Ай. Костя. А, меня слили. Леш. Костя, как обычно, бесполезный. Костя стоит сбоку, там что-то стреляет. Не, Костя, да, у него просто, видишь, смоки. И у него нет модуля от мин. Его быстро убивают, да, Костя? Да, да. Иди на ту сторону, легенда. Сейчас я эти минки полопаю. Ай, меня зажали, пробка. Пиу. Ай, блин, я в полуминусе. Может мне как-то перевернуться? Не, уже никак. Ну, нормально. Я в полуминусе, а все борются за голд. Смотрите. Вот эпи, голд летит, а я на респе. И тоже лечу. Мы вместе с голдом летим. Чё там, мясо кто берет? Гоша! Кто? Чё, ничего? А, вот, BXXC. О, красава, поздравляем. Это, кстати, последний голд у нас был, да? Ну, довольно-таки эпично. Мне даже понравилось больше, чем предыдущая рубрика именно вот этого бесконечного спаси голда. Поэтому, ребят, оставляйте свои комментарии. О, подсвечник кинул голд. Пэдвари, оставляйте свои комментарии. Записать ли от лица участника такой конкурс или еще, в общем-то, просто от, так сказать, защитника. Поэтому все, всем спасибо большое за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем удачи, всем пока. Всем пока. Пока, ребята.